Меня зовут Селюков Борис. Я работаю сейчас, разрабатываю в первую очередь нишу по пауэрлифтингу. У меня стартовала школа в середине января месяца. И за месяц мы, соответственно, мы запустились. Я продюсирую чемпиона мира по пауэрлифтингу. Создали мы школу под названием Strong by Strong. Записали почти уже весь курс. Школа по пауэрлифтингу – это основная, которая уже заработала денег. И на заработанных деньгах мы, соответственно, и записываем курс. Делали мы за месяц оборот в 300 тысяч рублей. И, соответственно, сейчас проходит уже первый модуль. Сейчас актуально действующая школа – это школа Strong by Strong по пауэрлифтингу с курсом «Умный пауэрлифтинг от 0 до 400». В разработке одновременно 6 проектов. 6 ниш, 6 разных ниш, я их все, включая заикание, школа по экономии семейного бюджета, то, чем я уже 10 лет занимаюсь сам, и отчасти сам эксперт в этой нише. И школа по саунд-продакшену, мы с партнером ее делаем, эту школу, это школа по созданию музыки, по созданию электронной музыки. Ну, везде точка А – это ноль, то есть все с нуля. Я пришел из строительства вообще, не из сферы бизнеса, не из сферы какого-то инфобизнеса. Для меня это было очень сложно, на самом деле, понять вообще, о чем говорят. Для меня здесь все говорили на другом, на самом деле, каком-то диалекте, и я не понимал ничего, что говорят, и теребил всех кураторов: хоть расскажите мне хотя бы понятие, что сие значит. Я просто, уйдя с прошлой работы, начал искать очень-очень много всего, куда же мне все-таки найти стандартную работу или же что-то искать для себя. И вот искал, и случайнейшим образом, соответственно, пришел сюда. Я руководитель с 10-летним стажем, руководил сразу же 3 компаниями, поэтому мне нравится, соответственно, работать с многозадачностью и с несколькими проектами одновременно. Мне это интересно, мне скучно с одним чем-то. Я вот всегда хочу чего-то нового и чего-то, какого-то развития, соответственно. В пауэрлифтинге точка Б – это сейчас за месяц 300 тысяч рублей. И я считаю, что любую школу можно с нуля запустить вот в битву за 2 недели, вполне реально. С нуля, не имея ни лендингов, ни настроек, ничего, можно сделать любой проект, имея одного эксперта, одного продюсера и 2 головы. На пауэрлифтинг у нас сейчас конверсия где-то 50%, это вместе с затратами на запись курса. То есть я потратил где-то 1030-40 на платформы, но я сразу же стал все делать, все на гид-курсе, соответственно, у меня сразу же за меньше, чем за месяц перевалило количество подписчиков за 1000, мне пришлось еще продлять тариф, соответственно. И, соответственно, на GetCourse, на платформу LP, на ProofMe, на лендинги, на подрядчиков вот ушло где-то 30-40 тысяч рублей. И на запись курса я рассчитываю еще потратить, вот 80 тысяч уже потрачено, 100, ну, всего я рассчитываю на 100-120 тысяч рублей. Сработало на самом деле желание что-то делать. И, соответственно, если люди не падают духом, если они идут дальше, если они идут к своей цели, вот это работает. И работает очень хорошо на самом деле, когда ты четко структуризируешь то, что тебе надо делать. Когда ты распыляешься на много, тут нужно как-то иметь структуризированный мозг для этого. И если ты четко знаешь, что зачем тебе надо делать, то тогда это тоже работает. И поддержка. Поддержка семьи – это на самом деле очень крутая вещь, когда жена с тобой что-то начинает делать, она начинает этим интересоваться, она хочет в чем-то разбираться, и прям мы сидим вот вместе, вот то я, то она за компьютером, и что-то делаем. Это тоже очень круто работает. А из фишек я начал сразу же, имеется в виду из технических фишек, я начал сразу же, вот что слышу, то делаю. Я посмотрел вебинар Димы, к примеру, он сказал, надо, в Телеграме нужно делать сразу же чат-бота, и все, мы сразу же сделали. То есть
всегда ходите на все мероприятия. Вот все, что дает акселератор, всегда ходите. Будь то встреча с третьим потоком, с пятым потоком, просто какие-то люди, кто-то кейсы свои рассказывает. Всегда ходите, всегда есть какие-то где-то полезности. Любые. Встретишься ты просто с неизвестным человеком, общайся с ним, это тоже работает. Каждый тебе хочет чего-то дать, и ты ему хочешь что-то дать. И когда ты больше отдаешь, тогда люди готовы тебе, соответственно, тоже много всего отдать. Вот это работает, да, а действительно, работает на самом деле сообщество, очень круто работает. Прям я даже в своем курсе это понял, создав сообщество учеников, они сами что-то спрашивают, сами что-то отвечают друг другу. Вот это сообщество, оно облегчает курс там, процентов на 30 твою работу, чтобы их как-то чем-то занять. А они сами себя занимают чем-то, они что-то сами всегда делают. Вот. А советы начинающим вот как раз в этом. Ходите, посещайте все мероприятия, будь то в онлайне. В офлайне не жалейте никаких денег. Прям на последние, но едьте. Едьте на эти встречи, вам это такой толчок даст, что вы сами не будете не ожидать вот этих толчков таких. Четко поставленные цели, они всегда работают. Просто я хочу 10 миллионов когда-то, не работает. А если хочу конкретной дате, ну уж извини, у тебя вот нету назад пути. И если хотите двигаться быстрее вперед, то возьмите себе под опеку кого-нибудь. То есть вот кому-то помогайте, потому что вы тогда берете обязанности на себя, и это заставляет вас вставать с кровати, поднимать свой зад с дивана в нужный момент, и даже не в нужный, будь то час ночи, 3 часа ночи, или же работать сутками. Ставьте цели, сначала вы мечтайте, ставьте цели и действуйте. Самое главное, формула, которая работает у меня уже на протяжении, ну, очень долгого времени, на самом деле, наверное, лет уже 12-15 я вот этой формуле следую, и таким образом мы достигаем всего, чего хотим. Всем успехов, двигайтесь вперед!